апреле 2022 года на канале ТВЦ состоялась премьера сериала под названием «Кабинет путешественника». Этот детектив от режиссера Ашота Кещяна. Главные роли в картине исполнили Анна Роскошная, Алексей Макаров, Илья Бледный, Александра Булычева, Заза Чантурия и другие. В городской больнице есть отделение, где лечат экзотические болезни. Чаще всего люди привозят их из-за границы, поэтому отделение называют кабинетом путешественника. Ирина Куницына и ее коллеги каждый день спасают людей от недугов, с которыми обычные врачи никогда в жизни не сталкивались. Картина очень понравилась многим зрителям, поэтому многие интересуются, будет ли продолжение. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Кабинет путешественника» может быть назначена на весну 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.